Родные друзья крымско-татарского активиста Ирвина Ибрагимова, похищенного ночью 24 мая, самостоятельно организовали его поиски и поиски возможных свидетелей произошедшего. По Бахчисараю в соцсетях появились листовки с описанием случившегося. Кроме того, сегодня перед зданием управления МВД Бахчисарая собрались несколько десятков крымских татар, требовавших найти Ирвина Ибрагимова. В пресс-службе Следственного комитета РФ по Крыму сообщили, что возбудили уголовное дело. Оккупированные власти Крыма начали поиск лишь на третий день после похищения крымско-татарского активиста.